О спорте. В селе Первомайское Батыревского района собрались молодые спортсмены из Москвы, Мордовии, Ульяновской области и из других районов Чувашии. Здесь прошел ежегодный турнир на призы заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашии Владимира Семенова. Первых спортивных успехов Владимир Семенов добился здесь, в родной деревне. Вольной борьбой он увлекся довольно поздно, в 16 лет. Тогда, в 1974 году, в Первомайскую школу пришел новый учитель физкультуры. Я сам был борцом, начал организовать вольную борьбу среди школьников. Раньше они ничего не знали, что такое борьба. Я организовал, в классе занимались. Сразу же проявились лидерские качества Владимира Семенова. Он стал капитаном команды. Вольная борьба стала смыслом всей его жизни. За 30 лет тренерской работы им было подготовлено 40 мастеров спорта России. 90-е годы, когда вот действительно были тяжелые времена, Владимир Михайлович со своими единомышленниками сохранил наш вид спорта, сохранил тренерские кадры. И на сегодня он является одним из ведущих видов спорта в Чувашской республике. Владимир Семенов, будучи вице-президентом Федерации вольной борьбы в Чувашии, был инициатором проведения различных турниров и соревнований. А вот идея провести тур в честь самого Семенова исходила от односельчан. Вольная борьба – один из популярных видов спорта в районе. Из года в год тут воспитывается много именитых спортсменов. Вы сегодня стали свидетелями. Тазединов Мисаид, заслуженный мастер спорта. Это наш воспитанник Батыревской школы борьбы. Таких у нас много. У нас есть Эльза Тазединова сейчас, член сборной команды России, которая является чемпионкой Европы, чемпионкой России. И я думаю, таких имен еще мы назовем и через 5, и через 10 лет. Одно время турнир проходил в Чебоксарах, потом в Батырево, и вот вновь вернулся в родную деревню Владимира Семенова. 13-е соревнования посвятили его 55-летию. Поздравить юбиляра приехали ученики. Сегодня это именитые тренеры, работники силовых структур, бизнесмены, руководители районов, а также друзья и коллеги. Приятно в этот день находиться вместе с вами. Я доволен этим видом спорта. Считаю, что спортивная борьба, греко-римская и вольная борьба – это самый результативный и самый российский вид спорта. В этом виде спорта наша страна делает всегда грандиозные успехи. Участников было так много, что соревнования пришлось проводить в двух залах. За медали и призы боролись 200 спортсменов из Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и из Москвы.